Всех приветствую на нашем канале. У нас очередная посылочка сайта AliExpress. Сегодня у нас одна такая вот посылочка. Самое интересное, она пришла, заказывала на AliExpress. Она пришла с Англии, с Лондона. Так, и что же, будем смотреть, что у нас здесь пришло в этой посылочке. Итак, ух ты. Так, у нас вот тут такие вот ножницы. Так, заматные. Так, тут. Так, в пакетике больше ничего нет. Так, ну что ж, смотрим. Это у нас специальное для... Кто занимается шитьем, специальные вот такие вот ножницы, золотистые ножнички. Сейчас мы их достанем. Довольно таки крупные, массивные. Ого, что такое? Тут ты, смотри, ломаю. Вот такие вот у нас ножницы. Так, посмотрим поближе. Сломать по заточке. Я, конечно, не спец. И вот такие вот довольно-таки массивные ножницы. Так, возьмем сейчас кусочек ткани, попробуем порезать. Так, у нас золотистый, тут вот такой вот поцарапанные. Качество, конечно. Конечно. Состоят, я думал, не однотонные. Нет, состоят двух частей. Здесь видно, что вот это вот приставная, закрученная на болт, на гайку. Так. Ставим. Возьмем кусочек ткани и попробуем ее порезать, как она будет резать. Режет, честно говоря, шикарно, сами видите. Прекрасно режет. Вообще. Просто-напросто шикарно. Так что. Ножницы ходят очень чудесно. Ссылка на товар будет в описании. Могу рекомендовать данный товар. Для тех, кто у нас занимается всякими швейными делами. Портные там. Видите, как перережет тетка. Так что вот такие вот у нас ножнички. Ножнички крупные. Так, скажу, на Алиэкспрессе на 100 гривен, по крайней мере, это дешевле, чем у нас. Вот такие вот тоже маленькие, например. Это, по-моему, заказ я не самый большой размер, это средний. Есть еще меньше, есть средний и побольше. Все будет на данный товар. Ссылка в описании снизу. Все. Ставим лайки, подписываемся на канал. Будет еще очень много интересного и полезных вещей. Никакого барахла. Только нужные вещи. Всем спасибо за внимание. Пока.